Здорово, мужики. Как у вас дела? Надеюсь, что все отлично. Вот у меня, как всегда, все прекрасно. Вот за вчера приподнял полтишок. Не то чтобы очень много, но в целом не жалуюсь. Ну и вообще, в общем-то, все достаточно неплохо. На прошлой неделе машинку подновил. Пока радует. Ну и вот выбрался сегодня отдохнуть на Красную Поляну. Отличная погода в горах, парни. Просто песня. Ну и вообще тут, как всегда, все красиво. Девчонок вагон. В общем, парни, как всегда напоминаю, чтобы начать жить по-человечески, достаточно просто пройти по ссылочке под этим видео. Твой штекер, блядь. Вот, видишь? У тебя из мозга штекер торчит. Ты его потянешь. Вот. Ладно, это все хуйня. Едем, блядь, в Обуховские бани. Да, в Обуховские бани. Старовером. Старовером, блядь. Баня. Ну чан там этот сильный, да, блядь? Чан, да. В траве, блядь. Чан, потом, блядь. Чан, трава не топит, а ты в нем сидишь. А ты в нем купаешься. Да, понял? Да. Сейчас увидишь. Мы с Ростиком там целый час, пока оно нагрелось от романа. А один сидишь? Нет, там можно 5-6 человек сесть. Да, огромный чан. Знаешь, как людоеды раньше? Варили на всех. Варили людей. Ты бульбашки хоть не пускаешь, когда сидишь в этом? Да, блядь, ну что ты, нормальный человек. Бульбашки, блядь. Бульбашки. Здесь можешь и пускать, если будешь пердеть, сука. Да нет, ну я же. Заставим тебя пить, сука, с этого чана. Я знаю. Тебя прихуярит. Да. Раньше, если бульбашки пустил, все, выпиваешь эту воду. Так и будешь пить ее. Я еще пасу туда, понял? Литров 200. Демонстративно. Тогда надо сахара добавить. Сахара, да. Перемешать. Добавим, блядь. Я туда посру еще, и будет тебе сахар. Да. Шипучку сделаем. Шипучку, да. Бля, ну это дура, что сралась сегодня. Я тут никогда не видел такого. А тупо сел и срет, да? Да, короче, мы едем. Я тебе вот покажу вот этот периметр. Стражище, ты как едешь, первый мост спускаешься. Нет, там надо место. Переезжаешь, светофор, где трамвай. Блядь, вы можете по одному говорить? И вот так стоит столб. И он вот так накрылся, так сидит. Жопу видно. Она писала, я говорю, смотри. Выходит жопа. Да? Я говорю, блядь, ну что мы не хотели? Как раз прикол был. Сняла, она же села, нагнулась, так машины так ездят. И вообще, я охуел, блядь. Так не, я говорю, мне показалось, что тёлка. Да, ну нахуй. Какая отбитая тёлка. Да не, это фраер был, отбитый нахуй закопил. Говорит, тебе может человеку плохо стало? Да не, можно плохо стало, и он трусы снял. Решил на корточках подумать без трусов. И вообще говорит, бля, может прикартил? Я говорю, бля, ну не тут же. Так есть дома, пойдишь там где-то это. Нет, именно села на перекрестке, пизда ебаная, блядь. Это хит. А он так сидит еще, он мне, вот так, чтобы подойти. Палкой, как уебать по сраке. Да не, можно было его посадить в гамбу. Да, ну тут, бля. А вы говно видели, оно было? Да, да, он срал, я смотрю, а у него эта хуйня висит. Висит уже? Он срал, и какашка идет, ебать. Мы как раз этот период, когда он срал. Как раз ты увидел все, что надо, да? Да, да, я же говорю, бля, хуево, так бы сняли, я разорвался. Бля, были бы сильные. Здесь, и по концовке его так, хоп, на говно, иди, здравствуй, Миша, так. Здравствуй, Миша, пиздец. Его еблом, говно надо было, блядь. Пиздец, блядь. Или чего именно, сука, не нашли? Было, бля. Бля, мне казалось, это тёлка была, сука. Ну, срака бабская. Курткой голову закрыл. Чё, потому что не волосатые? Да, да. Ну, да, такое, что. Так вот так, чтобы чуть подъехать, блядь, оно и черву было видно. Черву, да. Червокозырь. Сука, ну я, бля, охуел это. Я этого застал. Альберта, Сибазо. Альберт Сибазо? А раз, прикинь, там, короче, был прапор у матовый, блядь. Короче. Блядь, фруби, что-то я не вижу. Сам этот, короче, у него была болезнь. Эпилепсия, прикинь. У прапора эпилепсия? Да, и вечером ужин. Идет открывать локалку, хватает эпилепсии, он пошел. И зэки, а он лежит прямо на подлокалку, успел открыть. И они выходят, переступают и идут все. И, сука, спалили его, блядь. Пиво, я думаю, взял он, блядь. Да, пиво но взял. Я не буду,
завтра захожу на по двое суток. По двое суток уже. Да. Это, бля, это. Да. Будем по двое извращаться. Не, ну видно, что похудел, да, за первый раз? Да, не, видно, я же. Что похудел, да. Я тут, ну, особенно так, ну. Не, да хуя, но нормально скинул. По недельку, ну, не видел. 10 килограмм. Это нормально, нихуя. За месяц. В смысле нормально? 10 кг, да, чувствуется. Нормально. Видно, да. Просто, что спортом не занимался. А если совмещать со спортом, то, это, блядь... То больше, да? Скреп скинул. Да, нет, не в этом больше. Дело, что скинул бы, ну, блядь. Процесс идет быстрее. Да. Процесс оздоровления. Главная цель это, блядь, скинуть килограммы, да. Бля, вот этих килограммы я... само собой. Я смотрю, потому вот что, эти, блядь, вот. Лишние килограммы это, блядь, болезни. Вот на передаче. Болезнь, да, лишние? Ну, конечно. Это все. И сердце, и... Отчерение. Сразу все. Сердце. Что хочешь. И на позвоночник. Ну, на все лишние килограммы, блядь. Да и себе похудеть. На мозги тебе не давит жир? Нет. Нет? Ты не замечаешь. А он давит, нет. Тебя давит. Давит. Мне нравится это. И со временем у тебя, блядь, ни рэп не сможет вылетать. Да? Ни вот эти вот умные мысли, которые вылетают. Потому что да. Тебе килограммы давят. Будут так я и так мало хаваю. Килушки будут тебе. Тебе надо начинать да. Малафью хавать. Понял? Чу, а чу. Это тебя спасет. А чего? Я же не знаю, с кого начать. Дай. Это Пепси? Да. Вот, блядь. Я чу, Малафью? Да, я же не знаю. На чистую воду. Это Ченко. Ай, нет. Не? Андрюх, да на подожди сейчас. Там мусорская, блядь, Малафью. Сейчас, подержи. Дай мне. Сейчас, не знаю. Пепси. Смотреть, блядь. Доехать, блядь. 4 километра нам осталось. Да, мы же туда ехали. Ехали, да? Ответь! Ну да, мы же тут здесь что-то покупали. На задний мост. Угу. Вот тут какую-то хуйню покупали. Хуйня у коня, бля. Ну, продукты какие-то, вот он бегал, бля. Кто он? Пашка. Мы тут были да. С Ростиком. Да, 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 были. Дождали их еще. Банщик, да, да. Еще банщик, бля. Это Валера, старовер. Валерчик, старовер, наш подписчик. Наш подписчик, да. Клиенты сидят. А, это же ну, как подписчик, он у нас и не знал. Типа, это первый раз, когда мы приехали, он потом начал нас смотреть. А, сейчас вообще сидит в стадионе. Сидит, не отрывается, да? Да. Что ты дура, блядь? Я типа еду. А, типа? Ну, так, знаешь, оперся. Ты типа с ума сошел, типа, да? Типа да. А я сошел с ума. Так уже поезд, это я сошла с ума. Это же, а я сошел с ума. Какая досада. Такая досада. Какая досада, дебил. Какая досада. Такая досада. А я сошел с ума. Какая досада. Да когда настала рассада. Какая досада, Клим нассал рассаду. В рассаду. Ай-яй-яй. Опа, Паша, скажи, едем, ты навигатор заказал. Паша, едем, навигатор не занимает. Уже в Обухове, скажи, в Обухове. В Обухове уже. 2 километра осталось. Дай. Товар тыжня. Товар тыжня. Так вперед за цыганской звездой Крачево. Марадин дру-дру-дру-дру. Что-то я рыб ковыркаешь. Я не знаю. Чепуха. А? Блять, у нас бензин кончается. О, вот заправка, смотри. О, чудо, как раз выросла. Только заметил, что кончается бензин, и выросла заправка. О, чудо. Мечты сбываются. А? Бля, я где-то это видел. Фартумасти. Бля, такая, знаешь... Фартумасти, братва. Такой галюн поймал, типа, я где-то это видел. Так, на, чепуха, ой, блядь. На, че? Чепушня, да. А вот, смотри, капсулы. Какие капсулы? О, да, боже. Уточка. Какие капсулы? Уточка такая. Иди, Клим.
Сейчас так еще. Охуительная подставка для навигатора. Сейчас на дистанционке поворачиваем. Подъезжаем. Понятно. Цибуля, лимон, а теперь. А? Понятно было. Цибуля, лимон. А теперь Саня подставка. Ага. Саня подставка, да. Был пятачок, выжирости, да? Здесь по нём не хутеряга прыгает, кстати, блядь. Это чок самый первый. Не, ну, пятачок хуй, блядь. Меня не принимала, блядь. Меня по лагерям прятали. А киевская тюрьма, это как надо себя вести, чтобы тюрьма не принимала. Ты где? Ёбну, запрыгивай. Ну, не принимала, было же дело, что меня тюрьма не принимала. Да, прятали по лагерям. Не знали, куда тебя спрятать уже. Так, так один раз мы добились, чтобы было написано уже содержаться в СИЗО 13 города Киева. И мы сюда говорим этим, что нас по лагерям возят, что мы не поедем в зоны. Мы едем согласно указу суда, едем нахуй в СИЗО 13 города Киева, на Лукьяновку. Они говорят, базара нема. Грузят нас, привозят на Лукьяновку, заезжаем в конверт, а там, наверное, весь спецназ, короче, что в тюрьме есть. Человек 30, понял? Ого. Ну да. С рогачами, с собаками. Давай, да? Сразу крутить нас без базара и в этом. Ну это джетхановская. Да. Я их с ума сводил. Не, ну ты именно вот, молодец, блядь, ну считай. Я их с ума сводил. Вот как, да, я же вот как ну несут движуха. В Березане они вообще вареные будут. Блядь, ну Косовский тоже так было сделал. А в Белой? Когда Андрюха приезжал, он взялся за голову. А, у них эпилепсия берет. Не, ну, Белый, Андрюха там же что-то мало посидел. Белая. Вот, зеленая. Вот хули там Андрюха посидел? Вот, зеленая, да. В Белой церкви. Там он вот, и полгода ты же не посидел, да? Что, заезжать сразу, да? Да. Ты же и полгода не посидел, да? В Белой церкви. Андрюха год сидел. В Белой церкви? Белый. Да белый понты вообще приезжал. Я говорю, и полгода же вот не было, по-моему. Пару месяцев, да, Андрей? Да. Так. Ну, посмотри, будка маленькая. Как этого, блядь? Этого что? Молодец, для мопса спел прямо. Собака ему поет. Молодец. Привет, Валя. Привет. Это Клим. Клим Чугункин. Так. Меня занеси. Так, так, так. Сейчас пойдем покажу тебе чан, где тебя черти будет варить после смерти. Дачка. Блин. Слазят штаны уже, все послазили с меня. Надо, блядь. Опа. А ну идем, чан покажу тебе. Идем, мопса, я давно. Идем, покажу чан. Вы хотите в чане плавать? Ну да, чужим. Да я вижу. На, барсетку понеси. Давай. Пока. А, вот чан, видишь? Сейчас увидишь. Его снизу там дровами топят, понял? Да, сейчас его растопят для нас. О, видел? Это с травами, короче. Тут со всеми. Травы, да? Да, с травами. Тут трава используется для лечения, восстановления. Для лечения геморроя. Да. Сейчас о, будем тебя, козла, лечить. Да, да геморрой ты же так вот и знаешь, о, он вел. Я только буханул чуть-чуть. Здесь там. Печь вот такая мощная. Короче, людишек можно варить, если что, да? Ты что, ну помогти на трон можно принести, да? Да, идем. Да, что, в церковь идем? Зайдем, пошли. Ой, Надо а идем, свечка, да, вот, ты. Кстати, вот это, вот мне часто что-то
Тут бабка снилась, что я рассказывал, вот назвали к себе. Звали. Ты скажи, что подождите, еще ну не да. время. А покойная звали тебя? Да, именно. О, знаешь, это нездоровая канитель, да, когда покойники во сне зовут? А? Первого на молитву надо. На молитву, да? В любом случае, если покойники снятся, надо на молитву, да? Там к другу. Значит, у меня друг умер, и типа, значит, там говорит, дать, ну передай на Ермаку привет. Типа, ну, Ермак. Ну, мне там. Покойному? Уступает. Да, говорит. Привет передай? Ну да, нет, это во сне, говорит, слышишь, там. Да я понял. Ермаку привет. Во сне, боже, да я понял. Вот это такие, мне же ну отпускать страшно. Надо лебедь Киприянова стена. От зла за колдовство ведьмовство. О, сейчас. Вил. Вот правильно, да, я откачусь? Это справа налево, да? Да, справа. Да. Это просто на ночную молитву, когда встаю, засыпаю здесь. Господи, Андрей Климов, на мной лирита, подай, Господи, реку обращения, души спасения, сердце любовного просветления. А тело здоровья на мной лирита. Благослови, Господи. Святой Николай Угодник. Держите по свече, зажгите за роды свои. Как? За свой род. Это вот а, за род. Который вам помогает и держит вас. Ну, за, я понял. За родных, да? Да. Сюда ставить, да, Валера, ее? А сюда ставить, Валер? Да. Это за упокой, да, можно за ушедших? За всех. За всех. За свой род. Весь род, да. Да вы помянулся все в роду вашем и защиту вы имели от него. Да вы все, кто там почил, за вас молитвы перед Богом. Держали вас в защите. Спасибо большое. А это вот чья? С ближних пещер, Киево-Печерской лавры, это Бог Саваоф, всемогущий Творец. Это Творец сам, да, такой? Именно Творец таким является, я такого благословения вот принимал. Потому что я часто вижу... Я всегда на сына похож, как и сын на отца. Серьезно, так я смотрю. Я видел отца и не раз, и благословение от него принял. И когда первый раз у него спросил, как распознать все религии на земле, он ответил просто, между добром и злом стоит крест. А когда мне сейчас кто-нибудь выступает и что-то пытается доказать, я говорю просто... Скажи, кто первый в рай вошел? Разбойник, а который на кресте стоял. Да. А они что говорят? Они начинают спорить и готовы меня распять так же, как и Иисус. Но не получится ли больше. Что, да, идем? Да. Пристаньте, я молитву подниму. Да. Отче наш, Руси на небесе, да сидится, имя Твое да будет царство, Твое да будет воля Твоя, и якоже на небесе и на земле хлеб насущий, даже нам неси, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, и не остави нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава Отца и Сына Святого Духа, но не бриснул во веки веков. Аминь. Отче наш, сотворивший вселенную, да святится имя Твое, Саваоф, да будет царство Твое, да будет воля Твоя, якоже на небесе и на земле. И во мне все, что не повредит душе, дай в жизни моей, прости грехи, сотворенные телом, делом, словом, мыслью, кай, пред Тобой на этом месте каюсь. Якоже и обращаюсь, решающим вокруг нас, не осуждая, не клевеча, не делая зло, и не остави нас свое искушение, но навеки закрой крестом преисподней всю силу зла. Духом Святым наполни сердце любовью всех людей на земле везде. Ибо Твое есть царство, сила и слава Отца и Сына Святого Духа, но и преисподней во веки веков.
Аминь, аминь, аминь. Не упусти свой шанс заработать миллион. Регистрируйся на сайте Вулкан и выигрывай. Ссылка в описании под видео.